Miller, we still going to Gollum City? You are. Meet me at Kopecky's puppet shop. Your pilot's en route. I'll brief you there. Copy that. Встретиться с Миллером на вертолетной площадке. Где мы вообще находимся, мать его? Ну, я так полагаю, это конец этого задания, так что можно здесь погонять, я не знаю. Давайте выстрелы посмотрим, где находится. Потому что я там гоняю, и там ничего, мать его, нет. И это меня сбивает с толку, если честно. Очень сильно сбивает с толку. Так. А, ну да, это... Господи. Это все-таки вторая часть карты, не первая. Син Итер? Пойдемте-ка мы обратно к фонтану Чапика. Нормально они прогрузились. Мне понравилось. Фиакс. Такс, и куда мы идем? Мы идем вон туда. Мы идем туда, на выстрелы. Блин. Не стоит искать. А выстрелы были сверху. Да это просто пиздец. Я не знаю, как они эту странную оптимизацию делали. Просто камеру повернул и все залагало сразу. Иду нахер нормально. От 30 до 60 FPS. Скачет туда-сюда. Оперативка не загружена, процессор не загружен. Херак. Пфу, фриз. Спасибо. Как вы делали вообще эту игру? О, отлично. Просто повернул камеру, опять фриз. Обалденно просто. Это что за твою мать? Это невозможно так играть. А, сверху! О май гад, это нереально просто! Что это такое? Алло! Что ты прогружаешь по ходу дела? Может ты выгрузишь что-то другое, что прогрузило уже? Так, как туда попасть тогда? Кобздец. Я не знаю, ребят, у вас, скорее всего, там все в артефактах и так далее. Мне уже похер, если честно. А как мне туда попасть-то? Давайте пробуем вот так. Сначала залезем сюда. Плиз. Спасибо. Потом прыгнем сюда. То есть он не будет спрятаться. Чё вы встали здесь и смотрите? Глаза раскрыли и смотрят! Вот так. И не надо, короче говоря, ни за чё тут, ни на что клеточные батареи тратить. Да, это опасно без икара делать. О, наконец-то я нашел место с выстрелами. Чё у нас здесь? Елена Волин. Взлук сети. Наверное, взлом сети имеется в виду, просто как-то кривой перевод. 15%, найс. Да вы издеваетесь, что ли? Какие вжом? Как это вообще может происходить? Вы издеваетесь. Trace program initiated.
Это просто... А, туда в принципе нельзя пойти, что ли? Что-то не понимаю. Сейчас. Спасибо. Я не знаю, как меня могут так часто обнаружать. Это просто... Это один случай из 10 должен срабатывать. Один из 10. Разработчики, это не 15%. Это не 15%. Я не могу пройти в то хранилище, поэтому наплевать. Там все пути заблочены. Этого быть не может! Это сраные тупые... Это сраные тупые скрипты. Лена, я связался с банками, обо всем договорился, тебя там уже ждут. Я все подписал, тебе осталось забрать деньги и закрыть счет. Постарайся не беспокоиться. Я понимаю, что ты нервничаешь, но разве у нас есть выбор? Без пропуска нам никуда не уехать, а правительство нам его не дает, это нам доходчиво объяснили. Помнишь, когда мы были моложе, мы ходили на концерты и платили спекулянтам за билеты в 2-3 раза дороже реальной цены? Это то же самое. Когда доберемся до Арабии, будем думать уже о том, что делать дальше, и будем использовать вторую половину денег. Та девушка, правда, заставила нас почувствовать себя попрошайками, когда объясняла, что сколько стоит, но, по-моему, заем у Санто... И правда, единственный выход. Понимаю, как сложно тебе было расставаться с вещами, к которым ты привыкла, но работа у нас осталась. И теперь нам есть на что надеяться. Позвольте лично сообщить вам, что деньги я уже перевел. Господи, это так интересно. О май гад, у меня даже меню не открывается без фризов. Это просто невозможно. Как меню может открываться с фризами? Как? Я не понимаю. Это еще с крышкой вентиляции. Наверное, что-то интересное, очень интересно. Аугментированные живописцы, очень интересно. Бла-бла-бла. Я, пожалуй, все пропущу. Найс. Не, ну успокойся, я скоро буду дома. Спрячь то, о чем мы говорили, за стеной и позволь мне вести разговоры, когда они придут. Они обычные бандиты, но даже небольшие деньги лучше, чем ничего. Скоро мы получим наши пропуска. Уговор, если все уговор, цена пропусков не с потолка взята, бла-бла-бла. Петр, ниже сообщение, которое мы писали, они не стоят, понятно. Найс. Не знаю, нафига это здесь спрятано, ладно. Так, ну теперь нам остается еще кое-что посмотреть, что я тут не взламывал. Я ж тут дофига всего ничего не взломал, так ведь, да? Но хотел. А мог еще чего пропустить, много чего. Да, еще вот когда так фризит и лагает, вообще прекрасно. Я себя прекрасно чувствую. И я здесь был уже. По-моему, я здесь был или нет? Это снова я собрала весь хлам и вымыла все каким-то странным гелем, и теперь квартира выглядит намного лучше. Видишь, как вернешься. Теперь понимаю, почему это было единственное место по доступной нам цене. Какая-то старушка-светка сказала, что тут раньше жили музыканты, но сейчас не могут себе это позволить. Не могут себе это позволить. Серьезно, это же какие нищеброды. По-моему, один из них работает в музыкальной шкатулке. К стене была приклеена квизитка. И тут я вспомнила, что теперь у нас есть гитара. Скучай, милый. Будь осторожен, целую. Теперь ты мертва, скорее всего, потому что все мертвы в этом городе. Ибо никто не может пережить призы. Вот как можно было проникнуть сюда. Сок пути для проникновения. Обожаю теперь вот так вот падать. Я так не скрыл это дело, да? Я попробую. Осталось две попытки. Окей. Ломаем это.
Access granted. Изи. Открыть. Итак, что у нас здесь? Кредитный чип. 300... Я этого не трогал. Я этого не трогал. Это не мое. И это не мое. Это не мое. Я это не делал. Я это не трогал. Так, и вот теперь вот это будет посложнее. Если честно. Что у нас там? ХЗ вообще. Но! Let's go. Скорее всего, у него бы там код дали или ключ от этого дела. Ага, запретная зона. Что это такое? Радко Перри? О май гад. Найс. Люди крайне положительно реагируют на антиагментационную позицию. Более того, 78% опрошенных нами людей понятия не имели, каковы на самом деле обязанности генерального секретаря. Стратегия по продвижению должна оставаться прежней. Ответ на любой вопрос должен ясно дать понять. Радко Перри не любит аугов. Здесь главное задать четкую связь, мы создадим понятно. Это, короче говоря... что? Я не мог переключаться. Это, в общем, какая-то... агитационная херня. Выборы и все такое. Ну что здесь еще есть? Сиськи. Что это? Ну, погнали туда. Так, что мы еще можем здесь обыскать? Сюда лучше не проникать, я думаю. Потому что меня сразу оприходуют. Так, с чего я ему еще мог скипнуть? По-моему, здесь квартиры я все взломал. Стоять. О, вам всем нужен неон, да? Okay. Я не знаю, почему там красненькая, ну ладно. Мне скажут, мол, чувак, давай, вали отсюда. Так, кстати, угадаю, там тоже до сих пор заблочено все, да? Красненькая. Сколько? Става се тари с того голем сити. О, fuck my life, это как будто, короче говоря, меня дудосят. Square Enix решили биткоины, что ли, зарабатывать? Так, давайте просто взламываем здесь. Всем же пофиг, не то, что я взламываю. Заодно лишние очки опыта. Так проще.
ладно, хер с ней. Что у нас здесь есть? Забираем. Угу, вирусный биоматериал. Ух ты, мать твою. Ну, я оттуда не допрыгнул, уж простите. Так, ну, это скорее всего так. А здесь другого варианта и нету. Может, где-нибудь есть хранилище? Директория? Ничего нет? А, вижу. Здесь вообще изи. Вообще даже не почувствовал. О, найс. А вот и Праксис. Фига себе здесь. Нифига себе я тут пропустил-то. А, нет. Я же правильно понимаю это? Пистолет, пулемет. А. Огнестрел. Фига тут валялось-то. Rise up. Because you're John Cena? Так, а мне больше ничего не нужно там с телеком поделать там или еще что-нибудь? Ну, в эти комнаты не имеет смысла заходить. Квартиры, точнее. Я уже... миссию нашел. Офигенно. А чё я... какого... кто мне газету сюда приволок? Сам издал грязная вода, смотрите, что пьете. А, смотрите-ка, что-то меняется. О, там тихие были? Я что, зря, что ли, подписывался? Чтоб вот так вот приходить и тихие не видеть у своей двери? Нет, ничего нельзя сделать. Так, это тоже нельзя сделать. Так, здесь я все забрал, окей. Быстрый спуск. О, анимашечка. Сработала наконец-то. Красивенько. Так, информацию в жопу себе засунь за нейропозин. Потому что информация была очень полезной в прошлый раз. Так, у тебя я был. Так, вон там карточка нужна. Карточки у меня, естественно, нет. Или есть? Я что-то даже хз. Ключ карты нема. Так, что мы еще можем поделать здесь? Перед тем, как уезжать. На заданнице. Я думаю, ничего. Я специально не бегаю, чтобы как можно меньше фризов было. И нафига мне доступ к твоему компьютеру, который, кстати, открыт. Понятно, пропуск, 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 все дела. Он так нужен, капец. Deus Freeze, Freeze X. Так. Ну то есть я везде побыл, да? Мне страшно карту просто открывать и проверять. Ну, скорее всего, это будет лип. Давай, допустим. Что еще скажешь, проповедник? Информация Б, допустим. That all the info you need? Информация С. Excellent choice. I'm finished for the day. You've taken everything I had. Так. Взять инструмент, чтобы очистить территорию под рельсами. Угу, важные объекты в Праге. Курочка по зернышку клюет. Нет, это сразу рип. Сразу рип. Я даже меню не могу открыть. Нормально. Так, важные объекты. Курочка по зернышку клюет. Еде там. Давай, посмотрим. Давай, давай. А ну давай, давай. Расчехляй, расчехляй.
What the fuck? Куда? А-а-а. Я что, сюда, реально сюда не заходил? Лель. Короче, мог не покупать. Что мне делать? Тут либо удаленный взлом, либо еще что-нибудь. Типа вот этого дела. Привет. Давай я гранат беру. Эй, ты замок. Прошу у тебя расплаты. Нафиг, не знаю, нафига я беру все эти патроны. Так, картонная коробка мне по-любому поможет. Полицейская ошибка прила... Найс. А, отлично. Но это все мне толком не нужно было. И туда мне, в принципе, не нужно идти. Больше же ничего не пропускаю, да? Нет, ничего не скипнул. Ну и ок. Так. Так еще сюда можно загонять. Пипец, где я? Что за херня и где я оказался? Используй... Ага. О-о. Не та панель. Я все понял. Чего вы все бросаете-то по углам? Я хз куда зайти, если честно. Да и там толком ничего нету, если честно. Что это за херня тут играет? Откуда источник звука идет? Окей. Капец, мне просто сказали в какую-то дверь зайти. Я за это я на это потратил нейропозин. Ну ладно, я подумал, что там что-то дельное будет, но нет. Наконец-то запрыгнул, боже ты мой. Фига себе, здесь каким паркуром надо заниматься, ёпарасоте. Здорово, робот, пока, робот. Эй. Чувиха, сейчас тебя накрою, подожди. Сейчас, подожди, стоять. Сорян. Ладно, хорошо, что здесь сохранили. На стой, я не соберу всякого говна лишнего. Так, надо транквилизатор, винтовку бы где-нибудь найти уже. А, фак, это не надо было собирать. Потому что это вот это. Ну и хрен с ним. Так, ну я соберу лишние 200 экспы. Хотя погнали так же. Правда ничего... Нет, тут есть детали для сборки. Стоять. Я теперь знаю, как выходить. Ну кто знал, что если положить на бабу мусорный ящик, то ей не понравится. Ведь айфон на них кладут, им нравится. В принципе, одно и то же. Ну, плиз, в окно, спасибо. Так. В принципе, я все обошел. И все, можно идти туда на задание. Больше... Вроде бы я ничего не упустил. Ну или хз, может упустил. А может быть не упустил. Твою мать. Там было написано not human, still human. Я не вижу бегать по городу, потому что все вот так вот фризит. Папири, просим. This is getting to be a real pain. Папири, шмапири. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy?
Так jo, Augu, můžeš jít dál. Смотрите, если бы это как по скрипту, или если бы я что-нибудь делал такое, меня видели, то были бы проблемы у меня. А если бы я здесь зашел, мне бы никто ничего не сказал. Какого хрена? Эй, слышь, монетку хочешь? Хочешь монетку? How about a few credits? Пись-пись. Ой. Ну, в смысле, мир-мир. Миру-мир. А мне туда надо было ехать-то вообще, нет? Я что-то не посмотрел. Ладно, поехали, все равно какая разница. Покатаемся на метро. А куда мы идем-то? Точно. Не, смотрите-ка, я туда приехал, куда нужно. Тикс. Туда? Миллер! Миллер, я тебе все сейчас расскажу, что я тебе думаю. Ты жопа с ручкой. Но я тебя обожаю. Что? Сюда. А там бы всем напинал вот этим. Что? Почему я не бегу? Что происходит? Почему я прыгаю? Господи. Почему я прыгаю? Я просто... Что за... Я ничего не делал. Я нажимаю вперед и бег. И вот такая вот херня у меня. Меня трясет что-то. Аж трясет. Вот что здесь было. Короче, все двери, у которых рейтинг безопасности 5, скорее всего, просто закрывают следующую по сюжету часть. Идущую. Так, это все, да? Можно взломать, найс. Давайте взломаем. Чё бы нет? Так. Семь. Ну ладно. Anomaly detected. Trace program initiated. Я понял, зря я это сделал. Anomaly detected. Trace program initiated. Так. Anomaly detected. Trace program initiated. Только еще две. Пять попыток. Спасибо. Anomaly detected. Да иди ты в жопу. Trace program initiated. О май гад. Это просто нереально. Пошло все в жопу, короче говоря. Что у них там? Хер с ним. Ни хера там нету, короче говоря. И похер. Look, I gotta go.
I'll call you later. Problems? Nothing I can't handle. We're just waiting on Chicane. So tell me about this new lead then. The Intellicam footage. State police dropped it off this morning, badly corrupted. But Cheng worked his magic and managed to recover some images. They show an org in a yellow hoodie, dropping bags where each bomb went off. You ran facial recognition? Got an ID? Couldn't see his face. But the bags are the same ones used by Talus Rucker and his aid workers in the Utilet complex. That's a stretch. Three bombings in Prague in 6 months, Jensen. All of them after the leader of ARC took up residence in that ghetto. Rucker needs to answer for these attacks. Here's Chicane now. Chicane? Серьезно? Не Chicane, а Chicane? You're right on time. Agent Jensen was just agreeing that we need to bring Rucker in. Quick snatch and grab. Should be easy enough. So we've already decided he's guilty? We just need to talk to him on our terms, not when he's surrounded by fanatics. Getting into Golem isn't the problem. Reaching Rucker is. ARC territory is fiercely defended. No one sets foot in there. Not even the state police. They can't. Rucker wasn't forced into Golem City. He bought his way in. Blackmailed would be more apt. He threatened to go public with evidence of a humanitarian crisis. One that the United Nations Security Council had swept under the rug. Got them to force the Czech government to hand over part of the Utilek complex to him. A little bit of hush real estate, so to speak. He stays quiet and guarantees safety for himself and his followers. Smart. So how do I get in? I've made a deal with an ARC prospect named Tibor Sokol. Promised to get his family out of the complex, so long as he gets you past ARC's checkpoints. You trust him? We have to. It's that or nothing. Sokol will meet you at an apartment in the housing district. Number 237. Any questions? Вопросы? Никаких вопросов. Мне пофигу, если честно. Let's get this over with. Let me know when you've got Rucker. Когда возьмем Рукер, тогда и узнаем о нем побольше. God damn, Jensen. Every time I look at you, I can't believe the amount of jewelry you've got on. Tell me, how's that aftermarket shit working out for you? Never better. Maybe you should reconsider. What with that limp? No. I like my limp. Keeps me honest. Ready to light out. Вот, ты мое единственное прикрытие. You're my only backup on this one. Before we leave, I'd like to know you've actually got my back. Trust me. I flew 10 years in the SAAF and 5 in the private sector moving corporate heads. And in all that time, I've never lost a fare. How many years with TF-29? 2, which is a year and a half longer than you, from what I understand. So you want to keep talking resumes, waste more of our time? Or will you trust me to get the job done? Готов. Let's do this. Good. Strap in. Strap in? Я откажусь, пожалуй, от страпина. Это самый не присылай ко мне. Чертов юарец.